Да, я до сих пор верю Деда Мороза, в чудеса. Да, верю в человека Деда Мороза и Снегурочку-женщину. Конечно, все верили в Деда Мороза, естественно, все. Ну, совсем маленький я не помню, чтобы там уже, а потом как сознательный стал. Конечно, нет. У меня внучка до 13 лет верила, а сейчас не знаю уже как, наверное, нет. В детстве, конечно, верил, но сейчас это желание как-то просто пропало. В детстве я раскрыла как-то, что папа Дедом Морозом переодевался, вот, поэтому не верила. В принципе, нужно верить во что-то хорошее, в сказку, во что-то доброе. Я верю в детей сейчас, что они в это верят, поэтому я стараюсь, чтобы они верили. Конечно, верили в детстве, но сейчас... Теперь я сам дарю подарки, как тот же Дед Мороз. Дети с самого детства учатся верить в то, что, ну, чудо есть. Зима без снега, так во что-то ж надо верить. Ну, чтобы создать атмосферу праздничного настроения. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю в новом году свершения всех ваших желаний. Мы справимся.